Здесь плохо видно. Секунду, подержите все. Главное, чтобы вас там никто не отвлекал, не мешал. Приказ, отойди. Приказ. И если у вас там дети, я слышал, есть, то лучше, чтобы то, что там никого не было. Особенно отойди, детей. Нельзя. Отойди, говорю. Ну, видно. Не видно, не взял. Тут дядя будет кричать. Отойди. Да мне без разницы. Если вам, если вы потом церковь после этого поведете, ведите. Но я же, я вам просто говорю, что чтобы детей рядом не было. И все люди, которые обращаются ко мне на личный прием, они знают, что детей рядом быть не должно. А там решать угу. Вам. Хорошо. Все, зовем. Открывай, открывай. Через тебя, через твой писать. Через твой уровень, через твой нечистого, твой сатур, твой неприказ, твой неприказ, твой неприказ, твой неприказ, приказы, 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 приказы. Сколько было полных лет? 6. Сразу говорю, смотрите, например, предупреждаю. Ребенка мы смотреть не будем, потому что начинаешь, когда звать, то вот оттуда. Сразу он приходит, женщина с какой-то пожилой, полноватая, волосы у нее так назад затянуты. Как только сынка сверху, полноватая женщина, она так обнимает и не дает даже контактировать как-то, чтобы узнавать через бесятину. Это первое. Следующее. Это следующее. Вам надо ребенка убрать. Я же ему говорю, вы просто вот это... Да, сейчас. Так, взял вот это, отойди, потому что у меня тут... Тебе здесь вообще нельзя что делать, на? Тебе сейчас... Вадим, пооткрывай ему, пожалуйста, сосиски и все остальное. Хай он не выходит туда. Все. Ну, это он приходит с бабушкой, да. Она тихо. Его... Фотку еще раз мне покажите. Рядом с ним похоронено, походу. Прям вот такое ощущение, как угу. Рядом. Приказ, да. Приказ. И она стоит, сейчас плачет. То бишь, ей обидно. Вот она хочет разговаривать. С ней можем пообщаться. Приказ. Давайте с ней. Говорит, скажи ей сзади меня, то ли у нее, то ли сзади нее. Памятник какой-то, как или бордовый, или красный немного. Вот такой. Угу. Это на кладбище. Вот как красный камень, вы поняли? Вот типа того. Говорит, деньги ты забрать не забыла, убирайте. Вот что-то она, когда умирала, что-то там за деньги было. Говорит, деньги ты забрать не забыла, спрашиваю. Ну, да, да, но нам их никто не отдал, эти деньги. Говорит, два года потом тянулось. Приказы. Ну, она, да, я поняла про что. Да, она тянулась, но деньги мы так и никто ничего не забрал. Приказы. Она, сука, обманула. Кто-то там еще, третья девушка какая-то или женщина замешана. Ну, это она, он... Сука, обманула. Говорит, волосы, это скажи, вот так у нее вьются, на одну сторону волосы падают, как вот нестандартная прическа, на одну сторону все волосы. Угу. Да, это ее родная дочь. Приказы. Пузатая, скажи, пузатая. Вот пузатая. На нее мне говорит, она мне говорит передаты. Приказы. Вот эта бабушка, которая сейчас тут стоит, все время вот так, как что-то жует, вот такое у нее ощущение, как во рту mm-hmm. Что-то там, вот такое. Да, приказы. У нее такое. Говорит, шкаф мой, суки, любимый, продали. В бежевый такой, светло-бежевый, светло-коричневый, говорит, продали. Не знаю. Бесится из-за этого. Там, да, там. В большой комнате сказал, стоял, в проходной. В большой комнате, в проходной. Да, был. И ковер на полу, красная окантовка такая. Красная окантовка. Угу.
Приказываю. Да, есть. Это там и дома у него. Кресло. Да. Не диван, а кресло. Вот тут раз. Как два вместе, то ли вот такое что-то темное, такие, черные с белым, вот такие, какие-то опять не стоит. Да, они такие темно-светлые. Продали, сука. Вот это говорит вам. Это не я говорю, это она говорит. Продали, сука. Не нравится ей это. Вот из-за этого плачет, обидно ей. Говорит, я все давала, а все нахуй попродали. Вот да, вот. Да, они все разломали. Чтоб у него ноги отказали, вот это она говорит, чтоб у него ноги отказали. Курит постоянно, она за него говорит, курит постоянно, чтоб у него, сука, ноги отказали. Говорит, пьет и будет пить, падла. Вот это вот так говорит. Это она про мать. Приказы, 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 приказы. Позавчера деньги хотела ты кому-то занять, не занимай. Приказы, 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 приказы. В долг не бери, выберешься. Вот так круг вас обводит. Выберешься. Приказы, приказы, приказы. Говорит, помнишь, у меня было два кольца на руке, она показывает. Это чтобы вы поняли, что я точно с ней говорю. Она говорит, вот так, говорит, покажи ей руки свои. Вот я ей показываю. Только два кольца, она говорит, у нее было. Я не знаю, за что она имеет в виду. То ли два жениха, то ли я не знаю. Вот просто два кольца на руки. Приказы, 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 приказы. Приказы, тебе не поймется, не поймется. На святого имя Духа. Зато ей нравится, как ее похоронили. Вот красиво ушла. Ей нравится, в чем мы ее одели. Вот это ей нравится. Вот редко кому так нравится. В основном то оденут в морге, сзади там не застряпано, не зашито. Вот это, а тут нравится все. Хоть кому-то что-то нравится. Говорит, туфли коричневые у меня, скажи. Туфли коричневые. Ну, я не помню, да, какие у нее были туфли, но говорит, она у нас такая была. Помнишь, погода была? То ли дождь такое что-то, такая мерзкая погода. Да, пасмурная была погода. Приказ, приказ, приказ. Все твари собрались, говорит. Сбоку от меня все твари собрались. Кобла, вот прям сбоку стояла. Кобла гнилая. Она всех не любит. Все твари собрались. Безбожники, говорит, она... блядь, без креста все. Безбожники, это она говорит. А сама да, она верила она 50 на 50 в Бога. Когда надо, верила, когда не надо, нахуй. Ой, ах, пошло. Все. Да, да, она могла, да. Блядь. Что, пошевелился, что нельзя? Да можно. Шевелись. Тихо, оно вообще сейчас пришло. Ну, возле сына она охраняет сына, возле сейчас него расскажу. Она. Сейчас расскажу. Приказывай, 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 тебе не во имя отца, не во имя. Во имя Духа. Что-то было за туда. Говорит, зачем ты ему шапку плотно завязывала? Вот ему это не нравится на том свете сейчас ребенку, это вот она за ним стоит, ухаживает. Это к тому, чтобы даже люди понимали на вашей истории, что на том свете жизнь продолжается. Что вот там вы потасковали, закопали и все, но дальше вот здесь все продолжается. И вот сейчас покойник ваш ребенок стоит, и он ничего не может сказать. А вот она стоит и полностью вот ухаживает. То бишь вот понятие, к чему я говорю, что даже на кладбище, когда ты приходишь, начинаешь вот так вызывать. Ты понимаешь, что там сидит, кто бухает, кто курит. Все, что делали при жизни, жизнь продолжается. Ну да, она с ним. Вот смотрите, так же, как она рассказывает за ваши, за то, что за деньги вы там 2-3 дня назад и так далее. Ну, то бишь, вы же понимаете, это не я вас смотрю. Вот это она рассказывает. Значит, нам предполагаем, что в эти дни с вами была недавно. И она знала, что сегодня их будут звать. Они в основном всегда наперед знают, что их будут вызывать. Приказы, 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 приказы. Приказы, я не война, говорит, скажи, дня 4 назад металось много. Вы много ходили, где-то запер, такая какая-то волокита, прям пиздец, что-то было. Не поймется, не поймется, на святого, поймет его, без этого больно, твой нечист. Зеленая у вас что-то одета была, зеленая какая-то одежда. Что-то тут зеленое. Приказывай, тебе не поймется, не поймется. Без этого больно, чисто плоско, его не повезло. Приказывай, 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 приказывай. Говорит, а пару лет назад ты руку должна была поломать в локте, вот тут. Ну, я падала, но я, слава богу, приказы, ничего не сломала. Скажи, за кого-то переживаю, за Толика или не Толика, за кого-то переживает, не хочет, хочет о нем поговорить, не знаю, ком переживает, за кого переживаешь. Не поймется, не поймется. Говорит, скажи, что понял, что точно я сейчас с ней разговариваю. Фотка у вас есть, большая портретная, в красной блузке она на фотке. Или красная блузка, что-то вот в блузке, как, знаете, такое, как портретное фото, так, такое, как всегда, вот страшные фотографии были, и вот этот такой какой-то в блузке. Приказы, приказы, приказы. Накрашенное на фотографии, то бишь, как вот фото в блузке, я не знаю, то ли оно черно-белое сейчас, но вот какое-то фото в блузке оно стоит.
Ну, я не видела такой фотографии. Может, она просто у родителей есть. Еще и бабушку очень редко видела, чтобы она накрашена была. Нас много, не одна в семье была. Сестры были у нее. У нее, да, мне кажется, было две сестры, если не ошибаюсь, если правильно слышал, две сестры, вот что-то типа того. Да. И брат, кажется, кто-то далеко где-то живет, очень далеко. Ну, это очень далеко, да, этих я не знаю. Приказ. Двое. Приказы. На похоронах не было, вот так, не было, говорю. Или один был, но одного не было, вот так как-то идет. Угу. Приказы, день не воймется, не воймется, не святого. Блять, кто-то еще рядом с ней похоронен, говорит, мешает, ей не нравится. Сбоку еще мужик такой, еще как сбоку слева от меня лежит. Дедушка. Говорит, это вот такая муж. Фраза была, давит, сука. Он говорит, в мае похоронен, mm-hmm. или в мае умер, не знаю, что-то, вот весна, говорит, в мае давит, сука, да. Давит. Не воймется. А вот и он пришел. Приказы. О, блядь, и нервный. Вот такой дерганый пиздец, вот этот, который дедушка, блядь, или кто его знает там. Кто-то вот надо. Их там два похоронены. Не, вот этот, который вот такой какой-то дерганый весь. Один низкий, один высокий, только хотел сказать. Один прям вот значительно высокий. Низкий, один низкий полный, он молчит хотя бы. Такой не русской внешности, не нашей. А вот да. Один такой полный. Это свекор. Это бывший свекор, да. Мат пошел. Вот сказали за свекра мат, иначе ненавидел. Ойло. Вот такой. Я вышел, его мат. Не любила, да. Приказы. Начало сходка. Приказы. У нее нос такой немного курносый. Угу. Вы просто, если у вас есть фотка, сейчас покажете, потому что я вот вижу, могу даже сейчас описать детали, и все. Приказы. Там у нее вот это, как у пенсионера, вот так пятна на лице, вот такие какие-то, много пятен. Ну да, она такая у нас была. И руки худые, очень худые руки. Приказ. Фотография. Говорит, ну на ты фотографии... ж тут раньше не жила? Это она говорит вам. Ты ж тут раньше не жила? Говорит, 8-9... Подождите, она запуталась. Когда? Когда не воймется? Говорит, хуй с ней, 12 лет, скажи, назад. Вот такое говорю, 12 лет назад. Это вам она. Это не да. Я матюхалась, это она так матюхалась при жизни. Да, она всегда матерится, да. Говорит, дай закурить хочу такую папиросину, сейчас бы курнуть бы, отлично было бы. Ну, не знаю, она не курила никогда. Но любила буйнуть. Вот типа, вот знаете, когда, типа вот так. Молодости, да, может, да, могла. Молодости. У вас в роду... Вот ваш ребенок умер, а ей еще какой-то ребенок сзади стоит, мальчик высокий такой, тоже лет, может, 15, ему тоже какой-то с вашей родни мертвый, тоже кто-то есть с детей покойных. Приказы. Не знаю, может, это приказы. Дальше. Приказы. Скажи, памятника у меня нет, не мог понять, то ли, или правильно слышал, или памятника, что-то такое вот. Нет, у нее просто такая железная, у нее памятника нет, у нее просто надгробок железный стоит, и все. Приказы. Виталька пьет сильно, пускай пьет. Какой Виталька? Не Виталька. Ну, там она, да, это она туда, к себе домой. 14 лет назад бросил ее, а теперь пьет паскуда. Приказ. Что вам еще интересно? Спрашивайте, потому что мы сейчас это... Мне вообще больше всего интересно это за сына. Мне просто непонятная причина, как он умер, и вообще почему, больше. И мы тут находили куклы какие-то, весь нам под забор вешали, и они такие непонятно что. И я не могу понять, почему у меня сын, вообще почему он так получилось, и не тревожит ли он мне сейчас моего сына. Потому что у меня сын очень плохо спит, он боится спать ночью, он плачет, что ему снятся всякие там девочки, призраки и всякое. Давайте бумага. Посмотрим ваш дом. Давайте. Не поймется. Ой. Приказы. Ну, вот.
Это весь мой дом. Так зачем? Я думаю, боже, ну куда вы пошли? Мне ничего не надо его показывать. А, я его вам показываю. Я думаю, что за фигня происходит. Нет, мне ваш дом не нужен. Я понял, что вам не надо показывать. Я думаю, показывай, значит, показывай дом. Все, слушайте, все, вы добили. Короче, больше ничего не смотрим. Это уже все. Теперь скажите, насколько совпало про покойников, и на этом все. Я думаю, вам тут без толку что-либо дальше смотреть. Сейчас они меня обосрут и с ног до головы, и все. Кто вас обосрет? Не, вы очень много сильно попали. Просто у меня вот это самое большее, это был сын. Ну, вот он самое большее. Я говорит, больше мне, всего она, переживала. Нет, мне мой сейчас говорит сзади. Операцию тебе делать надо. Какую-то операцию надо делать. Вот что-то надо делать. Внизу вот там. Ну... Может говорит, быть. Ты уже оттягиваешь, 2,5-3 года оттягиваешь. Не надо оттягивать, надо делать. Тебе же говорили раньше, надо было делать. Да. Приказы. Ходить будешь, ничего не будет такого. У вас какой-то страх, что уходить не будете. Будете ходить, еще и как. Угу. Не во имя отца, не во имя сына, правильно, что не уезжаешь. Кто-то или муж ваш хотел, чтобы вы уехали куда-то. Не надо никуда уезжать. Приказы. Зато забор с яркого в темный перекрасили. Это факт. Приказ. Тебе не воймется, не воймется на суду. Воймя долго, без этого, на духа нечисто полоса. Напротив вас высокий дом какой-то. Один высокий. И дальше чуть пониже да. Все, но один прям высокий какой-то. Такой светлый и яркая крыша. Вот такой у меня идет какой-то дом. Да, да, есть. Приказы. Машины стоят вот так заездом. Машины. Приказ, тебе да, не воймется, не воймется на суду. Скажи, пару лет назад забор поменяла. Это вам говорят. Цвет или забор, я не знаю, что там. Приказы. Забор, да, поменяли. Деньги на ремонт, говорит, копит. Приказы, тебе не воймятся, не воймятся. Да. Уже 4 года. Не воймятся. На святого воймя, того без этого горля, того не чита, того сотру, того не приказал. Приказы. Сейчас посмотрим, какая скотина делает. Приказы. Тебе открывай полностью, открывай. Говорю, открывай полностью. Покажи, кто идет. Сзади болото где-то есть. Вот сзади дом болото да. Есть. А вот есть улица сбоку от болота. Вот сзади улица, вот там, там вот эта тварь, которая делает. Вы меня слышите? Да, я поняла, что сзади болото, но у нас сзади болото просто, если я правильно смотрите, поняла... Смотрите, я вам нарисую, стойте. Все на песочку надо рисовать, я теперь понял. Сейчас. Вот вы. Угу. Вот тут сзади водоем какой-то, вот такое что-то идет, непонятно, болото назовем. И вот угу. Он мне сюда уводит, вот так куда-то, вот тут-то. Вот тут улица, вот так, вот. Вот тут нет улиц, а вот тут улица какая-то, вот. Угу, да. Вот тут и живет мразь, которая делает. Черный забор, такой, как остриями, как пиками какой-то, черный забор. Говорит, скажи, у скотины рыжие волосы или яркие волосы, нестандартная мразь. Угу, я поняла, про кого вы говорите. Ногами тварь уже мучается, даже... блядь, а делает вид, что ноги еще не отказали. Скоро, блядь, откажут и ноги. Лена, телефон. Я поняла, про кого. Зависть берет, не только вам делает. Сбоку от нее еще один дом. Богатый такой есть какой-то дом. Прям сбоку от нее. Вот сюда, ближе отсюда, когда идешь, сюда улицы, до нее. Вот тут есть богатый дом, она им делает. Он мне так говорит. Приказы. Дорога как камнями укрыта до нее. Вот такой. Да, я поняла. Приказы. А напротив, скажи, дом сгорел. Ой, повторите это, я не услышала. Вот это у меня говорит. А напротив, скажи, дом сгорел напротив меня. Да. Чтоб, блядь, ей пусто есть. Было, чтоб нутро нахуй не вывернуло. Вот так мне говорит. Она многим насрала, не одной вам, многим насрала. Вот так прям, многим насрала. А вот еще, смотри, что мне показывают. Блядь, нарисую на песочке, хочу порисовать. Не он, он хочет порисовать, нихуя. Смотрите, вам видно? Угу. Вот вы живете, вот эта гнида живет.
а вот сюда выходишь, тут главная дорога. Угу. Трасса длинная. Вы живете как на внутренней какой-то улице. Вот тут. Вот тут напротив дома, у которого машины стоят. Высокий дом, 2,5 этажа, вот такой какой-то. Высокий, вовнутрь ходит, в глубину. Приказ у тебя, открывай, открывай, я сполна, открывай, открывай. Кладбище здесь, в этой стороне здесь. Угу. Здесь нужно, нужно ехать на кладбище, ехать нужно. Вот тут дорога, да. Где-то. Вот тут дорога до кладбища, да вот это вот тут. Приказ у тебя, не поймется, не поймется, на зато, вами дома, без вами дома. Через мост надо до кладбища ехать. Да, да. Приказ. Даже два, мне кажется, два можно проехать и доехать. Два моста, да. Вот тут похорона, вот обратно в ваш дом. А вот тут недавно похорона были. Несут трупачка. Вот тут. Угу. Вот тут похоронами пахнет в конце. Вот тут давно были похорона. Много. Никто еще не умирал пока что. Ну, вот тут прям свеженькие похорона, прям вот веет оттуда. Ворота синие. Синие ворота. Вам слышно? Ну, это она делает от зависти. Это чисто зависть или, ну, значит, плохого ничего приказ. Не делает? Сейчас спросим, откуда же я знаю, какую хуйню она делает. Приказ у тебя. Открывай. Скажи, почему делать. Нехуй было покупать... Что-то вы купили, он мне говорит, матом говорит, нехуй было покупать то, чего у нее не было. Какая-то была покупка, то ли машина, не машина, не знаю, что-то вот давно туда. Лет 6-7 назад, вот как раз оно вот так совпадает. Угу. Скажи 8, вот так по столу бьет, 8 скажи, документы подписываются, не знаю, что-то было. Вот это и вызвало то, что вам делали. Приказы, тебе не поймется, не поймется. Она такая завистливая мразь. Вы знаете, за то, что худенькая вы вот такое идет, говно несет направо и налево. Угу. Постоянно, говорит, на лавочке сидит. Лавочка какая-то под двором вот такая. Не у нее, а где-то вот там дальше. Да. На повороте дальше лавочка. Есть, да. Говорит, на повороте. Вот от вас я выхожу и пошел, попиздовал туда. Прямо вот. Сразу выхожу с ваших ворот. Да. Направо я ухожу. Иду. На повороте где-то лавочка сидит, тварь постоянно. И вот туда улица ее уходит вовнутрь. Направо. Да, есть, она сидит, да. Я даже видела ее, даже. У нее волосы, я же говорю, такие рыжие, нестандартные какие-то вот они. Mm-hmm. Да. Постоянно есть, в капюшоне сидит. Ну, главное, постоянно в капюшоне сидит вот такой. Угу. Главное, чтобы она только не вредила моей семье. Я же говорю, сделайте то же самое, вот, что делал вот это предыдущий, такое же говно, все скиньте, подарите ей, и пускай женщина наслаждается. Угу. Это вот они, знаете, это они страдают хуйню, и все. Вот это они делают из-за того, что ты делать дома и нечего. То, блядь, ножки отказывают и правильно и делают. Ну, мы проснулись рано утром, и я открыла калитку, и такой, значит, энергетический такой удар, ну, такой волна. Там висела кукла, слиплена с глины, на ней было куча таких мелких вот тоже иголочек. Надо, вот слушайте, надо вот взять куклу, без всякой порчи, говорю всем, когда понимаете, что он делает, какая там мразь. И вы знаете, кто это делает. Чтобы она обосралась и перестала вам делать, идете в мясной магазин, покупайте кусок чего-то, крови, самой дешевой, косточку какую-то, моток черных ниток. Дальше сели перед телеком, фантазию, навязали эти все лапки нитками, все вот это кровью обляпали. Напишите на листке имя и перечеркните его крестом. Все это упакуйте, повесьте ей на калитку, на ручку, на дверную, и она сама сдохнет от шока, от сердечного приступа, потому что обосрется от того, что кто-то делать начал, понимаете? Рыло-то в пуху. Ну да, это сразу, очень страшно. И сразу все, и, понимаете, и самоустранение пойдет. Вот пойдет порча, а все наоборот. Даже ничего делать не надо. Она все сопоставит и поймет, что это все, блядь, кара и пришла с небес. Поэтому ну, просто понимаю. Сделайте, она сама обосрется и все. Так пару раз. Особенно выбирайте еще праздник какой-то сильный церковный. Посыпьте обычного песка с клумбы чертой через калитку, чтобы она поняла, что она переступит и пиздец. Она сразу себе это накрутит в голове. И все. Ну я поняла. И поверьте, не, ну, мы тоже ей будет... просто... сделайте процедуру пару раз. Ей уже будет не до вас. Она уже будет понимать, что надо свою жопу спасать. Ей уже будет не до кого понять. Это же как... Вот это обязательно. Это же как порча. Главное, делайте это все красиво. То бишь, либо крови пошли купили, налили крови черту перед калиткой ночью. Вот эта ночь, чтобы она на утро вышла, так переступила и поняла, ну все, пиздец, я переступила, значит, пошло.
И еще... Как она вам делала за полнолуние? А потом на утро вы просто идете рядом с ней и говорите «Добрый день». И улыбаетесь. И улыбаетесь, вы увидите, что она так обосрется, она будет видеть врага в каждом. И она уже будет делать только то, чтобы вот как-то себя исцелить. Я поняла. Спасибо вам огромное. Мне главное, что я услышала, что с сыном все нормально, с ним бабушка рядом, он не обижается, это самое главное. Вот. Спасибо, конечно, вам огромное. Я к вам добивалась уже столько дней, если бы вы знали. Вы скажите, насколько все совпало с улицами, с данными?